В 2017 году женскому движению «Чувашия» исполняется 90 лет. Сейчас в его рядах тысячи представительниц прекрасного пола со всей республики. Они активны, энергичны и полны самых разных идей. Эту дату Союз женщин решил отметить необычно. Проехать по городам и селам, встретиться с представителями местных отделений. Одна из встреч состоялась в Маргаушском районе. Женское движение объединяет более 500 женских советов по всей республике. Их, на первый взгляд, незаметная, но такая важная работа помогает женщинам почувствовать свою нужность, реализовать интересные проекты. Один из них – сохранение и передача национальных и культурных традиций от матери к дочери, поддержан главой Чувашской республики. Активистки женсовета своими силами создали передвижную выставку изделий народного творчества, внесли свою лепту в экспозицию и мастерицы из Маргаушского района. Мы выходим на выставки, проводим мастер-классы на мероприятиях, которые проводит женсовет. Сотрудничаем вместе, сплоченно. В этом году осенью мы участвовали в выставке «От матери к дочери, от отца к сыну». В этом конкурсе, в этой выставке принимали участие наши педагоги. А социальный работник Алена Семенова разработала и воплотила в жизнь свой проект. Было связано более 50 изделий. Носочки, шапочки, жилетки, кофточки. Ребята получили это подарок от членов кружка на рождественском благотворительной акции. Дети были очень довольны, рады. Вот сегодня тоже говорят, в эту погоду, холодную погоду, они одеваются, эту жилетку, с удовольствием. Но участницы приходят в женсовет не только, чтобы позаниматься рукоделием. В теплой, почти домашней обстановке за чашкой чая решаются и многие житейские проблемы. В каждой семье по ходу жизненных событий возникают проблемы. Мы, как женсовет Александровского сельского поселения Маргаушского района, мы всегда сообща проводим маленькие совещания между собой и обсуждаем, кому как стараться помочь. Благодаря женсовету республики удалось обратить внимание общественности на многие проблемы. Охрану здоровья, защиту материнства, детства, семьи. Союз женщин Чуваш не просто говорит о своих делах, а прежде всего делает их, вовлекает как можно больше народу в участие. У нас уже нет ограничения, что это действительно союз только женщин. Активно работают и мужчины. Как вы знаете, у нас создан один из первых в России союз отцов. Работа женсовета – это не сухие длинные отчеты, а настоящие часы коллективного творчества, где каждое дело не ради галочки, похвалы или наград, а ради того, чтобы одной счастливой женщиной с семьей в республике стало больше. Быть женщиной и жить любя, светить и озаряться светом и тратить целый век себя. Какая честь в призвании этом. Галина Титарчук, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика.